Я вам песенку спою про 5 минут. Эту песенку мою пускай поют. Пусть летит она по свету, я дарю вам песню эту. Эту песенку про 5 минут. 5 минут, 5 минут. Бой часов раздаться вскоре. 5 минут, 5 минут. Помиритесь все, кто в ссоре. 5 минут, 5 минут. Разобраться, если строго, даже в эти 5 минут можно сделать очень много. 5 минут, 5 минут. Бой часов раздаться вскоре. Помиритесь все, кто в ссоре. На часах у нас 12 без 5. Новый год уже, наверное, в пути. К нам он мчится полным ходом. Скоро скажем с Новым годом. На часах 12 без 5. Новый год он не ждет, он у самого порога. 5 минут пробегут, их осталось так немного. Милый друг, поспеши, зря терять минут не надо. Что не сказано, скажи, не откладывая на год. Милый друг, поспеши, что не сказано, скажи, не откладывая на год. 5 минут решают люди иногда не жениться ни за что и никогда. Но бывает, что минута все меняет очень круто, все меняет раз и навсегда. Новый год недалек, пожелать хочу вам счастья. Вот сидит паренек, без 5 минут он в массе. Без 5? Без 5. Но ведь 5 минут немного, он на правильном пути. Хороша его дорога. 5 минут, так немного, он на правильном пути. Хороша его дорога. Пусть подхватит в этот вечер там и тут эту песенку мою про 5 минут. Но пока я песню пела, 5 минут уж пролетело. Новый год, часы 12 бьют. С Новым годом, с новым счастьем. Время мчит нас вперед. Старый год уже не властен. Пусть кругом все поет и цветут в улыбках лица. Ведь на то и Новый год, чтобы петь и веселиться. Новый год настает. С Новым годом, с новым счастьем. С Новым годом, с новым счастьем. Я еле усидела на месте, серьезно. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте, Камелия. Здравствуйте. Доброе утро, Камелия. Привет. Итак, почему именно эта песня? Эта песня мне больше всего нравится. Она потому что такая новогодняя и придает всем сразу же такое искреннее и доброе настроение. Ты вышла как Снегурочка. Ты очень красивая, прекрасно выглядишь, потрясающе. Камелия, тебе всего 16 лет. Но у тебя уже есть достаточно много званий и наград. Кстати, небольшую ремарочку сделаю для наших телезрителей. В гостях у нас сегодня Камелия Педант, певица, молодая певица, но уже с достижениями. О них сейчас поговорим. Я думаю, все тебя знают. Ну, на самом деле, ты очень знаменита на Крымском полуострове. Расскажи, пожалуйста, о своих наградах, достижениях и заслугах. Ну, совсем недавно вот прошла Крымская молодежная премия, Крым молодежный под патронатом Министерства образования. Я принимала участие там 2-й год и в номинации «Талант года». И в этом году я победила в этой премии. Мы тебя поздравляем. С какой песней? Что за номер был? Это не песня, это заслуги за весь год. Mm. Я принимала участие в больших проектах в этом году. То есть это суммировалось, да? Да? Угу. Я принимала участие на 9 мая в праздничном концерте «Бессмертный полк» под патронатом
Василия Семеновича Ланового. На 9 мая выступала с ним на сцене. Это было очень почетно. Также меня приглашали в Республику Карелия на 75-летие освобождения. И также тоже на праздничные концерты 9 мая. Ты большая молодец. Мы очень рады, что ты у нас в студии сегодня утром. Тяжело ли тебе было просыпаться? Ну, я очень люблю поспать, но... Ну, тяжело. Сегодня немножечко. С особенным настроением да, это новогодним. У тебя случилось. Скажи, а давно ли ты занимаешься музыкой, песней в целом? И, возможно, еще чем-то занимаешься помимо? Я занимаюсь музыкой с 4 лет. Начала играть сначала на фортепиано, и потом мой руководитель увидел, что у меня еще хороший слух, заметил то, что я еще могу петь. И вот пою. Первое мое выступление было на День города, 4 года, на сцене Симферопольского театр. Камелия, огромное тебе спасибо, что это утро ты встречаешь с нами. Спасибо за песню и за это новогоднее настроение для наших дорогих товарищей телезрителей. Ну и по обычаю, по традиции, мы ни одного гостя просто так не отпускаем. Прежде чем уйти, надо сделать с нами памятную фотокарточку. Поэтому пройдем, пожалуйста, в нашу импровизированную студию, но она очень красивая, и фотокарточки. Ну, не такая, как Камелия, и, кстати, ты. Не такая, как Камелия, да. Но фотокарточки получаются очень достойные. Так, становись сюда, а Стефан скажет, что нам делать. На раз, два, три. Мы говорим «С Новым годом», смотрим прямо в камеру. Готов? Раз, два, три. С Новым годом!